Сегодня на территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу города Балаково, осуществлялось освобождение земельного участка неразграниченной собственности от объектов, расположенных ООО «Восток» на земельном участке. Предшествовало данному мероприятию судебное решение о понуждении к освобождению земельного участка. В частности, в начале исполнительных действий были демонтированы ворота, через которые осуществляется вход на территорию. Вся территория представляет собой замощение, огороженное забором, и на территории есть некоторые торговые объекты. В ходе исполнительных действий были демонтированы часть забора у входа, несколько ларьков, выходящих на территорию общего пользования, по которой, в принципе, имеют право доступа все граждане в любое время дня и ночи. То есть это территория свободного передвижения, не подлежащая ограничению, кем бы то ни было. Так как территория была закрыта, нам пришлось сегодня выехать со службы судебных приставов на данный объект. Кроме того, были демонтированы мусорные контейнеры, которые были расположены на зеленой зоне. Ровно через 10 дней представителям ООО «Восток» было сказано, что вот этот забор, который находится за нашей спиной, также будет перенесен с территории общего пользования на территорию ООО «Востока». Забор точно ваш? Наш. Вы его сдвинете на свою территорию? Сдвинем. Когда? Вон процесс, видите, уже идет. Когда вы сдвинете, вот просто скажите, пожалуйста, когда у вас есть возможность... В течение 10 дней. В течение 10 дней. Сегодня у нас 15 августа 2017 года. 25 августа забор сдвинется на их территорию. Правильно? 10 дней. Да, получается так. Да. Правильно? Правильно, правильно, я же сказал. Встречаемся, значит, через 10 дней здесь же по забору, правильно? Вы можете приехать посмотреть. Поэтому ровно через 10 дней, думаю, мы... встретимся на этом же земельном участке и увидим, исполнило ли руководство ООО «Восток» свое обещание по освобождению земельных участков муниципальной собственности от своих объектов или нет. Каждый гражданин, который знает о том, что нарушаются, допустим, права других лиц по доступу к земельным участкам, имеет возможность обратиться в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением. Желательно, конечно, чтобы это было письменное заявление.